Никита Алексеев переживает, что его закроют в гримерке. Такого еще не было, но это фобия. Об этом признался представитель Беларуси на Евровидении 2018. Боится этого он с детства и обязательно думает, что когда-то это произойдет именно с ним. Кстати, если подойти с научной точки зрения, называется это все клаустрофобией. Точной причины боязни замкнутого пространства нет. Но ученые говорят, что все это начинается с детства. К примеру, если ребенок находится в многолюдном месте без родителей, либо же прыгает в бассейн, а плавать не умеет. Еще один вариант медицинский. Мало ли, делали МРТ на аппарат сломан. Что ж, будем надеяться, что все будет хорошо, и боязнь замкнутых пространств пропадет сама собой. Вообще, конечно, действительно, когда ты артист, тебя ждет тысяча людей, тебя кто-то закрывает, и уже зависит твоя судьба не от тебя, это как-то выводит из зоны комфорта. Кстати, был случай клаустрофобии у меня, бывшая девушка закрыла в квартире, сама пошла куда-то по делам, а я не мог изнутри уже открыть, потому что она там закрыла на ключ, я боялся, а мало ли пожар, и вот, кстати, пожар уже был у соседа снизу, очень серьезные печальные последствия, и, конечно, у этой девушки уже будет урок, а у меня, возможно, остался вот этот момент клаустрофобии. Теперь действительно я боюсь, чтобы меня снова не закрыли. Ну и вернемся к Евровидению, к звезде номер один. Никита Алексеев признался, что не может выйти на сцену без стакана воды. Что же, действительно, хотя если и сольный концерт, часа на полтора-два, я бы, например, целый стакан не пил. Но однозначно, когда в горле сухо, это не есть хорошо. Кстати, как и обещал, первые 5 приветов, которые вы писали под прошлым видео, будут в этом. Евгений, Гейм передает привет меловинаторам и никак не игрокам. Гейм, конечно, переводится как игра. От Анны Камуши тоже привет меловинаторам, поклонникам Меловина, а еще Жанна с Адидатом. Я напомню, что так прозвали моих зрителей, то есть вас, тех людей, которые смотрят мой канал, и сделали это кто-то как раз из меловинаторов. Напомню, Меловин представляет Украину на Евровидении 2018. Анна передает привет всем алексеевцам, держит за него кулачки, что же, действительно, будем надеяться, что Алексеев хорошо выступит на достойном уровне, и благодарю вас, что смотрите этот канал. Андрей Чао передает привет Евгену Занько. И Ангелина Малиновская передает привет всем алексеевцам и мне. Спасибо вам большое. Я продолжу рубрику приветного поздравления. Куда ж я денусь? И вот первые 5, которые вы напишите под этим видео, обязательно озвучу в следующем. Впереди же самые любопытные факты о Евровидении шоу-бизнесе. Факты, без которых невозможно спать. То есть сразу смотрим видео, стараемся посмотреть первым из 5, чтобы написать привет и услышать его в следующем видео. Обсуждаем тему и переходим к делам на хорошем позитивном настроении. Желаю каждому из вас бобра. Почему бы нет? Бобер — это действительно тот. А почему бы нет? Бобер — это как раз тот товарищ, который нужен всем. Если у вас есть бобер, если вам пожелали бобра, все у вас будет супер.